Приветствую вас. Снова с вами Нехама Синвани. Я буду продолжать знакомить вас с каббалистической медитацией. Сегодняшняя медитация поможет нам осознать, как убрать ожидания от жизни, ожидания во всех областях, которые зачастую приводят нас к разочарованию. И для этого мы будем использовать комбинацию из трех букв Алиф, Юд, Айн. Эта комбинация появится сейчас на экране. Обратите внимание на форму букв. Пытайтесь запомнить, но не волнуйтесь. В течение всей медитации она будет перед вами на экране. Мы используем намерение с помощью этих букв, чтобы преодолеть ожидания и быть более наполненными. Сядьте поудобнее. Закройте ваши глаза. Осознайте ваше тело на стуле. Расправьте плечи. Потянитесь макушкой. Поставьте обе ступни на пол. Не скрещивать руки и ноги. И переведите внимание на ваше дыхание. Начиная осознанно дышать. Вдох. Выдох. И со следующим вдохом вдохните в грудь. Почувствуйте, как грудь расширяется, расширяются ребра. Почувствуйте, как все пространство заполняется энергией света Творца. И с выдохом выдыхая, почувствуйте, как расслабляется грудная клетка. Следующий вдох направьте в живот. Позвольте животу надуться, как воздушный шарик. Почувствуйте, как расслабляются внутренние органы, наполняются энергией света Творца, возвращаются на свое место. И с выдохом медленно выдыхая, полное расслабление. Почувствуйте, как любые зажимы отпускаются. Со следующим вдохом проведите вниманием по вашему телу, от макушки до ног. Осознайте, что расслаблено лицо, задняя часть головы, расслаблена шея, плечи, расслаблены руки, грудь. Проведите внимание на расслабленный живот, бедра, ноги. Почувствуйте, как все тело расслаблено, теплое, заземляется. Почувствуйте опору в ногах, в ступнях. Осознайте тяжесть вашего тела на стуле. И мы оставим его тут, в полной безопасности, спокойствии и нашем сознании. Я хочу перенестись, пригласить вас, ощутить себя в том месте, где вы чувствуете полный комфорт, тишину, где задачи повседневного дня не тяготят вас, где нету напряжения. Может быть, это берег моря, где вы либо сидите, лежите на песке, либо протягиваете ноги, ощущая приятную воду на ваших ногах. Может быть, это в лесу,
прислушиваясь к звукам птиц, вдыхая любимые вами запахи. Может быть, это на солнечном лугу, на котором цветут цветы. А может быть, это уютный уголок в вашем доме, комфортное, удобное кресло, в которое вы можете забраться, закутаться в теплое одеяло и почувствовать полное расслабление и безопасность. Тот момент, в котором есть только вы, есть это мгновение, все остальное не имеет никакой важности. Чувствуйте эту безопасность, чувствуйте этот комфорт. А теперь мы позовем наши буквы. Буква Алеф, Юд, Айн. Представьте эту комбинацию в небольшом облаке. Представьте, как это облако переливается розовым, изумрудным цветом. Внутри сияют буквы. И облако движется в направлении к нам, останавливаясь над нашей головой. Осознайте, как эта энергия начинает капать на нашу макушку. Капает, растекает по всему нашему телу, наполняя нас изнутри и снаружи. Чувствуйте, как эта энергия разливается, проникая сначала в наше сознание, потом разливаясь по всем органам и клеточкам нашего тела. Мы пропитываемся энергией букв Алеф, Юд, Айн. И в вашем воображении представьте картинки вашей жизни. Задумайтесь о вашем детстве. Увидьте ваших бабушек и дедушек, родителей, одноклассников. Рассмотрите красоту тех моментов, которые вы прожили. Дни рождения, яркие, радостные события в жизни. Мы концентрируемся только на хорошее. Обратите внимание на людей, на их улыбки, на их добрые глаза, на желание помочь. Перенеситесь далее по вашей жизни, молодость, институт, первая работа, первая любовь. Неважно, какой исход был вашего опыта, сконцентрируйтесь на тех моментах, где самые маленькие ситуации приносили вам большое удовольствие, где вы были просто те, кто вы есть, где вы не должны были никому ничего доказывать, вы не должны были кем-то быть, где у вас была возможность насладиться простым разговором, моментом, посмотрев интересный фильм, гуляя по парку с друзьями. Задайте себе вопрос. Что находится в вашем списке ожиданий? Ожидания от себя, ожидания других. Что вы требуете и от себя, и от других. Сознайте, как энергия букв Алеф, Юд, Айн течет по вашему телу, помогая вам выстраивать
новый порядок в ваших ожиданиях. Осознайте, что чрезмерно высокие требования к тому, что вы хотите, к тому, что вы хотите от других, отключают вас от наслаждения быть в моменте, от возможности оценить людей вокруг вас, которые находятся на данный этап вашего развития, вашей жизни. Вы не способны поблагодарить, получить удовольствие от того, что есть. Мысленно порвите список ваших ожиданий. Отключите любые ожидания. Осознайте, что все люди в вашей жизни несли вам добро, были с вами, как в добрые, так и в сложные ситуации вашей жизни. Не ждали от вас слишком многого, вы просто были там в моменте. Наши ожидания — это иллюзия. Мы представляем себя там, где мы не будем на самом деле счастливы. Просто быть в моменте, здесь и сейчас, делать то, ради чего наша душа пришла в этот мир, уберет от нас разочарование, уберет боль, печаль, поможет абсолютно по-другому ощутить всех вокруг нас. Продолжайте вдыхать буквы Алиф, Юд, Айн, наполняя ваше тело новым сознанием, новым пониманием. Почувствуйте чувство свободы от ваших требований и ожиданий, в первую очередь от себя и от других. Почувствуйте красоту просто жить, наслаждаться моментом, ценить людей вокруг нас, обретать чувство благодарности за то, что есть у нас в нашей жизни. И со следующим вдохом еще раз вдохните буквы Алиф, Юд, Айн. И с выдохом соберите эту энергию, возвращая обратно в розовое облако. Но при этом частичка этой энергии запечатлилась в каждом органе вашего тела. И благодаря за эту возможность, эту энергию, позвольте розовому облаку с буквами Алиф, Юд, Айн раствориться перед вами. И на пару мгновений ощутите себя в том комфортном, приятном месте, укутавшись на удобном кресле у вас дома, на лугу с красивыми цветами и приятным солнцем, в лесу сквозь звуков шелеста деревьев, веток, звуки птиц или на берегу моря. Сознайте этого мгновения блаженства, чувство свободы, убрав любые ложные, иллюзорные ожидания от себя и от других, от семьи, друзей, от жизни.
И мы начнем возвращаться в наше тело, здесь и сейчас. Я посчитаю от 1 до 3. 1. Глубокий вдох. С вдохом почувствуйте, как ваше тело наполняется энергией, пробуждается. С выдохом выдыхайте любые остатки напряжения, если они есть. 2. Еще 1 вдох. Почувствуйте, как энергия течет по всему телу. Просыпаются все органы. Ощутите ваши ноги, бедра, руки, грудь. Ощутите вашу голову. Осознайте, что вы сидите на стуле. 3. Почувствуйте, как ваше тело расслаблено. Почувствуйте тепло в ваших руках и ногах. Положите ваши руки на глаза. Почувствуйте, как руки передают энергию расслабления вашим глазам. Приведите их на уши, на макушку. И по готовности опустите их на ваши колени. Не спешите выходить из этого состояния. Позвольте еще 2 минуты побыть, прислушиваясь фоновой музыки, и по готовности открывайте глаза, не забудьте выпить 1 стакан воды. Я желаю вам замечательной недели и до встречи в следующей медитации.